Так, Маша, есть готова уже, нет? Не готова. А почему не готова? Потому что сериал уже начинается. Что начинается? Сериал мой любимый. И что из этого, не будет ужина? Нет, не будет. Хочешь сам? Капец какой-то. Вот это я работал целый день, да, зарабатывал деньги, и чтобы услышать вот эту фигню. Ну, конечно. Так что, есть не будет, да, чего? Не, не будет. Может, и спать пойдешь? Конечно. Ну, так вперед тогда все. Так, теперь показываем, как нам сделать, чтобы у нас Маша все-таки готовила. У нас есть такие потолочные зеркала, наклеим сюда штучки самоклеющиеся. Снимаем верхнюю защитную пленку. И штучка становится липкой. Это же можно сделать двухсторонним скотчем. Берем второе зеркало. Наклеиваем на второе зеркало самоклеящийся скотч. Это потолочные зеркала, они идут в комплекте с липкой лентой. Но можно купить двухсторонний скотч любой толщины в рулоне. Так, зеркала у нас готовы. Наклеиваем наше зеркало на кухне в те места, где рабочая зона. То есть первое зеркало наклеено, сейчас наклеим второе. Наклеиваем второе зеркало в рабочей зоне. Наклеиваем второе зеркало в рабочей зоне, там, где находится у нас Маша. Что Маша у нас, как только начинается сериал, ну категорически отказывается готовить. Значит, теоретически Маша сейчас будет нас целовать во все места, потому что мы как бы спасли Машу, она может готовить и смотреть в зеркало одновременно. Так, теперь в рабочей зоне кухни наша Маша может спокойно трудиться и не поднимать пыль, готовить и смотреть одновременно сериал. Покажу, что у нас получилось. Значит, зеркала наклеены в рабочей зоне кухни. То есть Маша, работая на кухне, может одновременно смотреть сериал. Это первая зона. Показываем вторую зону. Это район мойки и второй зоны на кухне. Показываю, что получилось. Это у нас зона рабочая кухни, наклеено зеркало. То есть домохозяйка может спокойно смотреть телевизор, наблюдать за детьми, что происходит у нее за спиной. Делается легко и просто. Пока. Если нравится, ставьте лайки, смотрите другие наши видео. Маша еще покажет нам. Ужин готов уже? Почти готов. Ну а почему почти? Не мешай мне, я смотрю сериал по-любимому. Ага, я понял. То есть вот в пределах зеркала теперь у нас Маша втыкает постоянно в сериал. И отвлекать ее от кухни не надо, правильно? Да. То есть тебе все нравится, да, дорогая? Да, очень. Я понял. Спать не пойдешь, не? Нет. Будешь готовить? Да. Хорошая девочка. Все.